Так, начинаем. Потерпевший, вот. Водолазно-спасательная группа, вот. Потерпевший падает в воду с 3 метров. Это примерная высота судна. Водолазы оперативно добираются к утопающему и грузят его на надувной плот. Так спасательная операция выглядит в идеале. Чаще всего потерпевших приходится доставать уже с глубины. В этом случае счет идет на секунды. Человека нужно доставить на берег и сделать искусственное дыхание. Удаляется жидкость и всевозможные попавшиеся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. И вот потерпевший приходит в сознание. В роли импровизированного утопающего опытный спасатель Олег. За свою многолетнюю практику неоднократно спасал жизни. Сложность может представлять погодные условия, а также сами утопающие, потому что иногда они оказывают сопротивление. Конечно же, в реальности все намного сложнее, но тренировки, безусловно, помогают. В тренировочном бассейне регулярно практикуются как опытные спасатели, так и курсанты морской академии. Даже те, кто не планирует связать свою жизнь с дайвингом, должны уметь спасать утопающих. Конечно, я думаю, что никто из нас, конечно, в такие ситуации никогда не попадет, но на учениях это достаточно полезно для будущей жизни. Но даже профессиональные водолазы не помогут, если судно отправляется в открытое море без базовых спасательных средств, говорят специалисты. Достаточно вспомнить трагедию с Иволгой. Экипаж должен быть показать минимум жилеты, как ими пользоваться людям, и чтобы каждый его хотя бы примерил, умел его одеть, и как прыгнуть за борт. Значит, высота прыжка не более 4,5. Извините, Иволга – это плоскодонка. О нарушениях вы знаете не меньше меня. Прежде чем выйти в море, всех людей должны обучить, показать, как это пользуется. Тактика спасения утопающих и спецоборудование обновляется практически ежегодно. А все водолазы и моряки должны раз в 5 лет проходить повторное обучение. Дмитрий Долматов, Алексей Кулигин, Первый городской.